проходит в школе на уроке пения композиторов. Учительница вызывает к доске Вовочку, а Вовочка не учил. Учительница: «Ну, Вовочка, рассказывай, каких композиторов ты знаешь?» Вовочка так смотрит на товарища, а тот берет книжку и по парте стукает. Вовочка: «Бах!» Учительница: «Правильно, еще давай!» Смотрит опять на товарища, а тот берет лист из тетрадки, выдергивает. Вовочка: «Лист!» Учительница: «Правильно! Ну, давай, еще кого-нибудь вспомни!» Вовочка смотрит опять на товарища и говорит: «Членников!» Учительница: «Не членников, а хренников! А ты, Петров, убери подсказку!» Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.